Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Вас приветствует Алена Ариес, я таролог и психолог. В первую очередь от всей души благодарю всех вас за прекрасные позитивные комментарии, которые вы оставляете под моими видео, за многочисленные лайки, за то, что подписываетесь на мой канал и смотрите мои расклады. Мне очень и очень приятно, дорогие мои девочки. И сегодня для вас очень интересное предсказание, самое главное, очень важное. Это послание Вселенной. Вселенная что-то хочет вам сказать, что-то хочет вам передать. А именно передать послание для вас. Послание буду выкладывать на такой замечательной колоде Дорин Верче «Магические послания богинь». И, как всегда, на моем канале в раскладе будет три позиции. Посмотрим, что же Вселенная хочет вам сказать. Какое послание передать? Первая позиция. Вторая позиция. И третья позиция. Итак, выберите, девочки, свою карту, свою позицию. Прислушайтесь к собственной интуиции. Надеюсь, что все выбрали. И теперь смотрим. Для всех, кто выбрал первую позицию. Смотрим. И это богиня Рианон, колдунья. Богиня Рианон говорит вам о том, что вы наделены магическими способностями и можете сами воплотить намерения в жизнь. Вот об этом сообщает вам в данный момент Вселенная и богиня Рианон. Также богиня Рианон говорит о том, что значительную часть силы вам придает именно общение с животными и природой. Если вы проводите слишком много времени в четырех стенах, дома или на работе, то вам необходимо просто выбраться наружу, чтобы восстановить силы. Даже простая прогулка принесет вам массу пользы, потому что разбудит вашу спящую, магическую, духовную натуру. Позвольте свету солнца, луны и звезд расшевелить дремлющие воспоминания прежних жизней. Вспомните времена расцвета ваших волшебных, неординарных способностей, а затем незамедлительно используйте их для блага всей планеты. Вспомните вашу миссию, отказаться от которой вас вынудили какие-то другие люди, навязанные цели. Поднимите свое духовное оружие и стремительно отправляйтесь в ночь, заставляя всех проснуться, чтобы взглянуть на волшебство самой жизни. Это та миссия, которую необходимо выполнить, и вы тот человек, который может это осуществить. Будьте уверены. Теперь, что касается вас. Богиня Рианон также говорит о том, что будьте уверены, все ваши желания исполнятся. Примите однозначное решение. Направьте энергию на реализацию ваших заветных желаний. Знайте, что вы заслуживаете только хорошего. Когда выигрываете вы, другие тоже выигрывают. Сфокусируйтесь на желании и верьте. Рианон – это валлийская лунная богиня, имя которой означает «Великая королева». Она выполняет важные функции, являясь музой вдохновления поэтов, художников и королевских особ. Рианон может менять форму и являться в облике животного, птицы или песни. Призывайте ее для общения с духами изменения жизни и творческого вдохновения. Вот такое послание вам сегодня от Вселенной. Посмотрим следующую карту для тех, кто загадал вторую позицию. Какое же вам послание от Вселенной? И это богиня Маат.
богиня справедливости. Богиня Маат говорит, что проблема, любая ваша проблема или любой ваш вопрос разрешится по справедливости. Позвольте предложить вам новое определение этой самой справедливости. Это когда все жертвуют своими персональными личными интересами ради высшего блага группы. Нужна вера в коллективную мудрость. Агрессивная позиция отдельных людей вызывается боязнью не получить свою долю. И эта боязнь лишь умножает вред и боль. Может быть, стоит отказаться от попыток добиться заранее намеченного вами результата и направить священную волю на улаживание разногласий. Удерживайте видение мирного исхода и позвольте всем деталям сложиться в гармоничный образ. Самое основное, конечно же, значение данного послания – это о том, что суд вынесет справедливое решение. Суд или, если у вас нет никаких судебных разбирательств, это может быть разрешение каких-то разногласий, какой-то конфликт. Так вот, спор закончится консенсусом. К вам отнесутся по-честному. Во время переговоров помните о потребностях каждой из сторон. Освободитесь от чувства вины и стыда, так как они могут притянуть не очень хорошие для вас ситуации. Маат – это египетская богиня честности, справедливости и правосудия. На загробном суде она держит весы, на которых души взвешиваются против перышка, чтобы определить тяжесть вины подсудимого. Маат защищает нас в сфере бизнеса и личных взаимоотношений, наблюдая за тем, чтобы к нам относились справедливо и уважительно. Призывайте ее перед подписанием контракта, во время спора или всякий раз, когда чувствуете вину или угрызение совести. Вот такое послание вам сегодня от Вселенной. Переходим к следующей карте, следующей позиции. Смотрим для всех, кто загадал третью позицию. И это Мария Магдалина. Мария Магдалина говорит о том, что любите себя, других людей, ситуации, невзирая ни на какие внешние обстоятельства. Послание Марии Магдалины заключается в том, что я не такая, какой считает меня большинство людей. Но защитить себя значит опуститься ниже того уровня, где я чувствую себя комфортно. Я ощущаю, что нахожусь рядом со Всевышним, так же, как и вы. И это место для меня это место меня полностью устраивает. Распри, пристрастные суждения, хаос мне не подходят. Я предпочитаю выполнять свою работу, пребывая на уровне высшего сознания, где верховная власть принадлежит любви. Находясь здесь, можно творить больше всего добра. И я призываю вас делать то же самое. Ваше сознание и есть ваша жизнь. Поэтому сфокусируйте мысли на том, что хорошего вы можете найти в людях, и поднимитесь выше всего плохого. Основное значение послания о том, что не бойтесь того, что подумают или скажут другие. Исцелите ситуацию с помощью любви. Пошлите любовь тем, кто вас обижает или осуждает. Простите себя за то, что вы сделали или не сделали. Освободитесь от нежелания простить другим старые обиды, чтобы исцелить себя и двинуться дальше. Мария Магдалина, несмотря на то, что Священное Писание ни разу не называет Марию Магдалину грешницей, это с удовольствием делают какие-то другие люди. Тем не менее,
Мария Магдалина стоит выше этих неправомерных суждений, являясь олицетворением идеи безусловного прощения и носительницей сладостной энергии красоты. Она играла значительную роль в окружении Христа, о чем свидетельствуют описанные в Новом Завете эпизоды с омовением его ног, ее присутствием при его смерти, а также то, что она оказалась в числе первых, кому Христос явился после воскресения. Призывайте ее на помощь, когда вам нужно кого-то простить или открыть сердце для любви. Вот такое послание для вас от Вселенной сегодня. Принимайте эти послания, обращайтесь к богиням за помощью и будьте счастливы. А на этом я желаю вам счастья, радости, удачи, удовольствия, всего-всего вам самого наилучшего. С вами была Алена Ариес. До скорых встреч в новых видео. Пока-пока.